По данным турагентств, число путешествий по России выросло на 10% по сравнению с прошлым годом. Кроме Анапы, в первую десятку по популярности отдыха с детьми в дни майских праздников также входят Москва, Сочи, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Вологда, Кострома, Екатеринбург и Великий Новгород. На нашем курорте бронируют проживание с детьми на майские в среднем на 5 ночей и потратят 3000 рублей в сутки. В Москве 3,5 ночи за 3500 рублей в сутки, в Петербурге 4,5 ночи. В сутки потратят в среднем 3300 рублей.